Всем привет, это хижина. Это хижина? В смысле хижина? Чё за хижина? Чё это такое? Всё идёт как идёт, назад ты не смотри. У каждого из нас своя дорога, как ни крути. Всем привет, это хижина музыканта, меня зовут Раиль. Вышел мой новый трек, называется он «Как ни крути» совместно с Тимуром Маффин. Сейчас покажу, как его можно сыграть на гитаре и спеть одновременно, да? Чтобы вы присылали свои каверы для участия в конкурсе каверов на данную песню. Ну а подробности чуть позже, поехали! То, что мы с тобой не вместе, это правильно. Наверное, будет глупо искать морали там, где их просто нам с тобой не найти. Удалил твой номер, чтобы больше не звонить. Где бы не был, не выкинуть из памяти. Все напоминает о тебе любовной трагедии. С алкоголем завязал, да и просто не хочу. Позвони по пьяни и не скрой своих чувств. И что же нам с тобой делать? Уже другая девушка со мной в постели. Если честно, не запомнил, как зовут. Если смысл найти, я уже не буду тут. Когда-то болен был, тампоном все позади. Я не вернусь, когда не будет хватать любви. Пусть все идет, как идет, назад ты не смотри. У каждого из нас своя дорога, как ни крути. Итак, поехали, собственно, разбор данной песни. Кстати, качайте трек, слушайте его везде. Когда-то болен был, тампоном все позади. Ребята, делайте репост. За репост я, кстати, расписываюсь на стеночке ВКонтакте. Так что максимально поддержите трек. Мы очень старались с Тимуром. Поехали. 4 аккордов песни. 6-й лад. Ля диез минор. Или си бемоль минор. Аккорд до диез мажор. Или ре бемоль мажор. Потом 2-й лад. Верхняя посадка. Фа диез мажор и соль диез мажор. Так, ребята, если вы хотите играть вообще проще, то спускайте на полтона ниже. То есть аккорд АЕ, аккорд С, аккорд F и аккорд G. И играйте все то же самое, и даже петь будет проще, кстати. Начинаю играть песню таким вот боем. То есть вниз, вверх, вниз. Вниз, вверх, вниз, аккорд до диез мажор, вниз, еще раз, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх, соединяем, вниз, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх, аккорд фа диез мажор, вниз, вверх, вниз, соль диез мажор, вниз, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх, то есть целиком выглядит так. Вы видели, где я расслабляю, где наоборот надавливаю. Это начало припева, в самом начале. Дальше у нас начинается клубный бой. Мы его изучали, если что, оставлю ссылочку на видео, где уже более 1 000 000 просмотров. Берем аккорд ля диез минор и делаем длинный удар вниз. Вверх, хлопок. Удар вверх ногтем большого пальца и хлопок уже раскрываем наш веер пальцев. Тут ломаем метр. Кстати, 2-й и 4-й аккорд берутся намного быстрее метра. То есть неровно. Типа клубный ритм получается такой. Еще раз. Вниз, вверх, хлопок. Вниз, вверх. Вверх хлопок, вверх, вниз, вверх. То же самое на следующих аккордах. Вниз, вверх хлопок, вниз, вверх, вверх хлопок, вверх, вниз, вверх. Уловите ритм. Это я сейчас еще и левую руку расслаблял. Вы можете без этого просто. То есть я сейчас левую не расслаблял, можете играть так. Тут поете припев. Какая мелодия поется в голосе, сейчас покажу, чтобы вы чисто учились петь сразу. Такая вот мелодия в припеве, эти ноты нужно пропеть. Когда-то болен был тобой, но все позади.
надеюсь, когда не будет хватать любви. Если вам тяжело доставать данную мелодию, пойте на октаву ниже. То есть те же самые ноты, только грудным голосом. Когда-то болен был тобой, но все позади. Я не вернусь, когда не будет хватать любви. Пусть все идет, как идет, назад ты не смотри. У каждого из нас своя дорога, как ни крути. Окей, дальше двигаемся. Первый куплет здесь поется Тимуром Маффиным, рэп, речитатив. Его я играю боем, который показал в самом начале нашего обучения, то есть первый припев, как играется, но на приеме palm mute, то есть... Просто мы ребро правой руки ставим вот сюда, на нижний порожек, и бьем вниз, когда ударяем, по басовым чисто струнам. Вниз, вверх, вниз. Вверх, конечно, мы цепляем вторую, третью струну. И все, что там выше. Вниз, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Вниз, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Привыкайте вот так бить сверху. Пульсация там есть на некоторых ударах. То есть вниз, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. То есть вниз, вверх, вниз, вверх, последний делаем замахом. Еще раз, замахом вниз, вверх, вниз, вниз. Вот первый удар на аккорде C диез. Вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, уже на открытых струнах. Вниз, вверх, вниз, вверх. Аккорд фа диез мажор. Вниз, вверх, вниз, вниз. Вверх-вниз, вниз-вверх, вниз-вверх. Соединяем. Еще этот прием усиливается тем, что в левой руке я расслабляю вовремя пальцы. Вниз, вверх-вниз расслабил. Последний удар уже на блокированных струнах. Вниз, вверх-вниз расслабил. Вниз-вверх, вниз-вверх, да? Можете играть просто приемом восьмерка. Если не хотите париться вообще и не заставляя играть что-то сложное. Здесь читаем куплет. Ссылочку на текст оставлю в описании под видео. То, что мы с тобой не вместе, это правильно. Наверное, будет глупо искать морали там, где их просто нам с тобой не найти. Удалил твой номер, чтобы больше не звонить. Где бы ни был, не выкинуть из памяти. Все напоминает о тебе любовной трагедии. Я все пропел внизу, хотя в оригинальном треке я пою на октаву выше. Ну, то есть поддерживаю куплет Маффина. Вот, вы можете, в принципе, внизу вот так все проговорить. Окей, давай быстренько рассмотрим на простых аккордах то же самое. То, что мы с тобой не вместе, это правильно. Наверное, будет глупо искать морали там, где их просто нам с тобой не найти. Удалил твой номер, чтобы больше не звонить. Где бы ни был, не выкинуть из памяти. Все напоминает о тебе любовной трагедии. С алкоголем завязал, ты просто не хочу. Позвоню по пьяни и не скрою своих чувств. И что жена с тобою делать? Уже другая девушка со мной в постели. Если честно, не запомнил, как зовут. Если смысл видео уже не будет тут. Когда-то болен был тобой. Все, и поете в этой тональности. Давайте разберем в оригинальной тональности мой куплет. Он сложен тем, что нужно петь и наверху, и внизу. Ну, то есть чередовать. Уже не страдаю я в полной норме. Жизнь бьет ключом, пока еще не помер. Мол, ты свободен, играй в данной роли. Я над море залетаю в этот бит, как тебя когда-то добиваюсь всего, самый живой пиздат. Фотографии на памяти прихватят меня с памяти, цени ваше внимание. И пусть еще я замечаю тебя в своих снах, я выбираю жизнь по кайфу, а не в дураках. Затянулась та игра, запомни эти вечера, yeah. Залетаю в этот бит, как в тебя когда-то добиваюсь всего, самый живой пиздат. Вот дальше опять поем. Фотографии на память, девки фарит меня с памятью, ценю ваше внимание. И пусть еще я замечаю тебя в своих снах, я выбираю жизнь по кайфу, а не в дураках. Затянулась та игра, запомни эти вечера. Видите, чередуется речитатив внизу. Я залетаю в этот бит, а потом. Фотографии на память, девки фарит меня с память.
на двух нотах поется. Фотографии на память, девки хвалит меня с память, я ценю. То есть нота си бемоль и ре бемоль чередуются. Потом опять продолжаем. И пусть еще я замечаю тебя в своих снах, я выбираю жизнь по кайфу, а не в дураках. И опять пою наверху дальше. То есть фишка моя в том, что я чередую рэп с вокальной частью. Тоже пробуйте, занимайтесь, и у вас все получится. Ребята, на этом разбор подошел к концу. Обязательно слушайте трек, качайте его на телефон, присылайте свои каверы в Инстаграме. В Инстаграме я размещаю всех, у кого более-менее хорошо это получается и звучит, под хэштегом «Как ни крути конкурс». Еще мы, кстати, сделали танцевальный челлендж на эту песню. Если вы хорошо двигаетесь, принимайте челлендж, записывайте видео, как вы танцуете, присылайте мне в Инстаграме и в ТикТоке, отмечайте под хэштегом «Как ни крути танец». Я вас тоже зарепощу, обязательно это сделаю. Очень веселые видосы получаются, на самом деле, уже люди присылали. Поэтому участвуйте, дерзайте, все ссылочки на треки и хэштеги будут в описании под видео. Всех жду, всех люблю, целую, увидимся.